Привет, ребят! Сегодня мы будем играть такую игру под названием Deep.io. Да. Вот, вы уже видите. Вводим свой ник, например, Stealth. Там, вот. Растем пока что. О, кто-то кого-то вижу. Эту игра ее устанавливать не надо. Просто напишите где угодно. Можно в Гугле, можно в Яндексе. Ай-яй-яй. В Гугле, в Яндексе. Просто там будет. Игра вот эту напишите. Я ее название напишу ее. Да. Я ее название напишу в видео. Можете увидеть. Игра абсолютно работает везде. Ну, можно на телефоне, можно на компьютере. Вот так у меня кто-то. Так. Пока будем расти. Давайте прокачаем. Все, так, растем. Хочу уничтожим вот эту синьку. Париж какой-то. Или какой? Да. Захар. Вот, спаун отменил. О, бух, стволка. Просто нажимаем. Enter, и все готово. Так, пока вот так вот будем. Так, поставим тут. Так, все. Уходим мы отсюда. Уходим. Давайте скорость прокачаем, давайте. Вот так по одному все прокачаем. Так, мы все прокачали по одному. Ой, я вижу, что здесь уже, да, двухстволка здесь. Тут тоже. Так, как так? Ладара меня выносит. Ладно, я не понимаю, как прокачиваться здесь. Мы его хотя бы уровня что-либо его бы не знаем. Пойдем на эту вот. Стреляю тоже. Это может. Не знаю, что. Карта почти довольно-таки большая. Ой. Смотрите, сколько у нас.
Вау. Так, загрузка на стрелс. Готово. Сейчас готово, через 9-8 секунд будет готово. Так. Вот тут мы его появились уже уровня. Вот мы его прокачиваем. Чего? Угу. Такой карта у нас. 9-8 секунд начнется. Хорошо. Так. Так. Пойдем прокачаем. Усиление. Что ж, да, это усиление. Есть. Вот, давайте я вниз полку. Можно держать. Все, умер. Я что, у меня два волка осталось или нет? Посмотрим. Нет, не осталось. Оно сужается. Тем более так хорошо сужается. Видео такое будет коротенькое. Ладно, мне уже нападают. Ребят, повторяюсь, игра работает на компьютере и на телефоне. А я думаю, здесь можно. Ну, думаю, здесь нельзя на эти выходить, а тут, оказывается, можно. Тут вообще все это все уже маленькое почти стало. 4, 3, 2, 1. Видео будет идти 10 минут. Матч кончился. Походу. Ну ладно, думаю. Вот так, коротенькое такое видео. Ну, думаю, уже все, можно заканчивать. Ну ладно. Всем пока.